Ребят, сейчас записываю экстренный ролик. Дело в том, что писали в комментариях к моему предыдущему видео подписчики о том, что умер Артем Спирин. Пока что я не знаю никаких подробностей, не знаю, что случилось, даже не знаю на самом деле, ну, подтверждена эта информация или нет, однако информация очень трагическая. Поэтому обращаю ваше внимание, вдруг если кто знает подробности, вдруг если кто в курсе того, что произошло, или может поделиться хотя бы какими-то ссылками, прошу сделать это в комментариях. Если это все же так, если эта новость действительно правда, то хочу сказать о том, что лично мне очень жаль о том, что этот человек ушел из жизни. Хочу, значит, выразить огромные слова соболезнования его близким и его родственникам и привлечь таким образом внимание к тому, что произошло. Артем, вечная тебе память, и пусть земля тебе будет пухом.